У вас, Светлана, не входила? Вы за студию отдавать? У меня просто у вас студия, мы в Польшу даже со старшими ездим. Мы а вы откуда? Откуда? Мы из Киева. Вы из Киева? А у нас нет. С бабушкой, с дедушкой мы на лето приезжали. Понятненько. Мы хотели, мы даже на лето на танцы хотели поехать. Мы летом отдыхаем, все отдыхают. Расскажи, что ты написала. Расскажи себе. А я секрет. Секрет нарисовала? Это секрет у тебя в аквариуме? Да. Да? А у тебя, Аля? В аквариуме. Какая самая лучшая? Покажи мне работу. Это самая лучшая картина. Понятно. А, да. Расскажи. А, рисовать? Сейчас будешь рисовать. Во-первых, хочу всех поздравить с таким все-таки хорошим, оптимистичным праздником независимости Украины. Мы любим Украину. Мы в нее верим. Вот эти работы – это доказательство того, что наши будущие поколения искренние, добрые, светлые, маленькие человечки. Все их добрые мысли, самые какие-то фантазии, может быть, тайны отражены здесь. Так что все для вас. Любуйтесь. Я просто, наверное, улыбаюсь, когда прихожу на прием. Да. А вот смотрите, можете. А, вот такую вот, видишь? Не, я распустила, думаю, сейчас там дойти придут показать. Зачем? Все уже отдыхают, площадка закрывается. Для ребят веселую игровую программу детства никто не имеет права отнять ни у кого и никогда. Поэтому вот ребята уже играют вовсю весело. И мы ждем, что будет больше ребят, потому что у нас очень много ребят из Донецкой области и из Луганской области. И нам хочется, чтобы они сегодня почувствовали атмосферу радости, праздника, любви к ним. Мы не так давно проводили несколько конкурсов рисунков на асфальте. Говорили, нарисуйте лето, нарисуйте настроение. И, наверное, 50% рисунков ребята писали, мы хотим мир. Днепропетровск, еще какой? Кто? Кто? Мариуполь! Да. Еще какой?
Мариуполь! Правильно. Наш город даже два раза можно называть, потому что он самый лучший город на свете. Молодцы!